Друзья, находимся сейчас на Канарских островах, и местные деревья не просто очень красивые, и к тому же приносят еще очень вкусные плоды, потому что на этом острове практически есть любые плоды. Яблоки, авокадо, манго, груши и очень-очень-очень-очень много других, которых я сейчас просто не смогу перечислить, потому что не помню их. Но кроме всего этого, эти деревья еще дают энергию, благодаря которой можно заряжать свою камеру. Вот. Я вставил камеру, как видите, раз, тут висит такое зарядное устройство. Сейчас надо вытащить. Так не вытаскивается, а, все. Вот такие вот штуки висят на деревьях. Так что можно подходить к дереву, делать подзарядку и двигаться дальше. Так, все, на, клади это туда. Находимся сейчас в городе Лос-Льянос. Это такая центральная площадь. Сейчас из-за того, что началась сиеста, я так понимаю, видите, здесь никого нет. Но чуть позже здесь будут играть дети, бегать люди, носиться взрослые. Все, там полностью все кафешки будут забиты. Одним словом, жизнь будет кипеть полным ходом. Что, пока все, мы двигаемся дальше. Смотрите, Анзор ТВ. Едем в Голливуд, в солнечную Калифорнию.